Здравствуйте, дорогие подписчики, гости и зрители моего канала. Каждое свое утро я начинаю с чашечки такого ароматного натурального напитка, который я делаю своими руками. Рецепт очень прост и состоит всего лишь из нескольких ингредиентов. Но этот напиток помог мне забыть про шум в ушах, про плохое самочувствие, про плохое зрение и даже проблемы с желудком также ушли после того, как я начала каждый день принимать этот напиток. Он очень приятен на вкус. Я выпиваю с утра перед завтраком, как проснулась, заварила себе кружечку, выпила и где-то минут через 15 уже начинаю завтракать. Иногда даже вот вместо чая могу в течение дня выпить, если утром забыла, но, конечно, лучше пить перед завтраком на голодный желудок с самого утра. Делается очень легко и просто. На небольшую кружку я беру одну чайную ложку такой специи, как кориандр. Кориандр издавна славится своим благоприятным воздействием на организм человека. Даже используют вытяжку из кориандра во многих таблетках. Как остынет чуть-чуть, добавляю туда ложку меда. Самое главное не в горячую воду, потому что, к сожалению, в кипятке все полезные свойства меда начинают разрушаться. Поэтому как подостыло, но не в холодную, естественно, ну вот тепленький, да, такой вот температуры, комфортной для питья, добавляю ложку меда, размешиваю и выпиваю. И забыла вообще абсолютно про все проблемы. Вот такой вот простой рецепт. Всем большое спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии и подписку на канал. До скорых встреч, не болейте, будьте здоровы!